7:30 утра, станция Баковка. Поток жителей, которые срезают свой путь через железнодорожные пути, не прекращается. Количество поездов на этом направлении увеличилось. Как следствие, возросла и опасность при переходе через пути. К сожалению, даже инстинкт самосохранения не удерживает. Жители пренебрегают простейшими правилами безопасности. Проблематика заключается в том, что в настоящее время гибель наших граждан Московской области на путях превышает количество погибших на автомобильных дорогах. Поэтому этому уделяется особое внимание. Данный рейд является первым, он пока пилотный. Планируется проводить данные мероприятия на постоянной основе с привлечением всех заинтересованных служб для уменьшения травматизма. С нарушителями провели профилактические беседы. Многие не скрывали, что для них это привычный маршрут. Таким образом, они сокращают время своего пути, а вот о безопасности даже не задумываются. С коллегами были на двух станциях. Это станция метро, станция Немчиновка и станция Баковка. В ходе рейда были привлечены к административной ответственности более 5 граждан. Среди 20 были проведены разъяснительные работы о недопустимости перехода в неустановленных местах. Подобные рейды планируют проводить повсеместно, больше в профилактических целях. Информированность населения – залог безопасности и снижение травматизма. Каждый должен понимать, что железнодорожные пути – это территория повышенной опасности, и забывать об этом не стоит. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».